что тебе надо-то? Короче, там висел знак, но не висела табличка. Почему висел знак? То есть там должно висеть либо еще что-то. Здравствуйте. Добрый день. И сколько? Инспектор Филипенко. Причина остановки. Да. Сколько? Зона действия знака 50. Не, секундочку. Знак 50 там на каком основании висит? На основании пункта правил 12.10.2. Да. Там должна быть пояснительная табличка, если мне память не изменяет. Там знак не висит. Нет, не висит. Рекомендованные объяснительные средства остальные. Под знаком 50? Под знаком, перед знаком. Нет. Знак 50. Под превышение, вы видите ли? Секундочку. Ну, вы скажите, сколько? И рядность движения. Ваша скорость 105. Ага, ну. И за превышение. Хорошо. На ваши номерные знаки забывается, что знаете. Хорошо, не вопрос. Да. До следующего поставки. А, хорошо. А что, секундочку, а что оплачивать-то? Квитанция где? Это лошара, блядь. До следующего поста оплатить. Ага, сейчас, блядь. Ой, детский сад, блядь, мой. Вот это вот называется настоящий развод.